Добрий день, шановні гості, шановні учасники творчого угруповання «Обрій». Рада вас приветствовать. Буду двумя обома мовами, тому що ставлюся із розумінням і повагою до вибору кожної людини. І так, зараз трішечки розповім вам про роль творчості в житті людини. Коротко і ясно. Для когось творчість – це захоплення, так? А для когось пристрасть, кохання, а для кого це ціле життя. І кожен з нас має право сам вирішувати, яку роль відіграватиме творчість в його житті. Це і вся промова про роль творчості в нашому житті. Так, тепер так, згодна. Ми всі творче угруповання «Обрій». Всі знають, що таке творче угруповання, ну взагалі угруповання. Так? Це сукупність людей, да, які збираються за певними інтересами, поглядами, діями, так, які їх об'єднують. Всі знають, що таке «Обрій». Це простір, так, який ми можемо побачити, простір, лінія поєднання землі, так, з поверхнею землі або з водою, водяною поверхнею. В нашому випадку творче угруповання «Обрій» – це кількість, да, певна кількість людей, які зібралися з певною метою. У нас лінія поєднання – це творчість, так? Творчість – це і поезія, і проза, і музика, і фотографія світлина, так? Тому я ще раз підкреслюю, рада вас вітати, ви вже герої, що прийшли. Розпочинаємо. Сьогодні ну, маю таку прикмету, так, я з Харкова, мене звати Ольга Семенова, це я повинна була сказати спочатку. Розпочинала з чоловіка. Чоловік, який повинен був розпочинати наш захід, не прийшов з поважної причини. Тому ініціатива наказуема, буду розпочинати я. Це для мене було несподіванка, тому що я сьогодні хотіла трохи поладацювати, так, послухати. Але не судьба. Звісно, всім відомо, так, що творчість розповідає про свого автора. Хочу розпочати сьогоднішній захід з автобіографічної гумореськи. Я люблю сміятися над собою. І тому до вашої уваги автобіографічна гумореська. Красива, вумна, працьовита, ще не стара і вже не внучка, заміжня втретє, двоє квітів, син любий, люба дочка, є 5 дипломів коробчині. Хоч правда, пилом узялись, надію маю дивним чином, в пригоді стане колись. Нежадібна, шляхетна, щира, а доброти хоч відбавляй. І скромна, певно не повіриш, хто поряд, тим зі мною та попри всі мої принади, халепу маю незбагнену, який не в силах я зарадить, підозрюю від мами гени. Щось не ладиш чоловіками, ніяк не виявлю свого, усі якісь тверді вовками, а треба, щоб був вогонь. Несправедлива пані доля постійно підкладе свиню. Дістала, гнівається Оля, спинись, бо я тебе спиню. Та доля робить навпаки, не йди до мене богатий. Коротше, висновок такий. Подався, мабуть, в монастир. Зібрала все думки, речі, і тут туди, куди збиралась. Та ж ось ворота, як заречно. І людина вже біжить якаясь. І все би було гарним чином, та тільки є один нюанс. Ворота відчиня мужчина. Ласкаво просимо до нас! А доля та ще приколістка. Ти хочеш вір, а хоч не вір. Тож я приперлась ненавмисно у чоловічий монастир. Дякую за увагу. Такое стихотворение будет на русском языке. Я за то, чтобы любой человек как можно дольше оставался ребенком. На это стихотворение меня вдохновили мои дети, точнее дочь, которая хотела, да, скорее повзрослеть. Ну вот аргумент.
Детские годы пестрой окраски. Только назад их уже не вернуть. Чудо случается разве что в сказке. Жизнь лишь вперед направляет свой путь. Вот уж досада, а как бы хотелось, хоть на денек или даже на час, в детство вернуться и там на качелях к небу взлететь, за веревки держать. Вот бы в резиночке дружно с девчонками, вот бы с мальчишками мяч погонять, ай да в плача с перекриками звонкими, или же в прятках подружек искать, вот бы попрыгать мячки в скакалку, вот бы на велике гнать с ветерком. Собьются коленки? Да ладно, не жалко. До свадьбы они заживут аж бегом. Игры, забавы с утра и до вечера, и никаких тебе взрослых забот. Как это здорово! Добавить нечего. Так день за днем, из года в год. Кто мне расскажет, куда уходит детство веселое и беззаботное? В море уносят его теплоходы, в небо летит оно самолетами. Как ни печально, а это время уносит в прошлое наше детство. Несправедливое жизни бремя, но никуда нам, друзья, не деться. Сколько бы ни было вам лет, детьми оставайтесь дольше, люди! И не спешите скорее взрослеть, не только в сказке, и в детстве. Чудо! Благодарю за внимание. Кто уважает, будь ты друг. Давай я спробую. Такого маленького. Окей, у нас тільки що почався жовтень. Серія про цей жовтень, а вже ж подивимося, який він буде, а мабуть пару років тому, коли був жовтень як казка. Мабуть, це був 20. Привіт, жовтень! Ось він і прийшов, подумала я, коли вже збігала один за одним перші дні 10-го місяця року. Так. Жовтень, а це точно ти? Захотілося мені спитати. Якийсь ти дивний, я тебе не впізнаю. І справді, а може це не він? Може там зверху щось наплутали, а може зжалились над нами? Прислухавшись до наших побажань цієї весни і цього холодного літа. Жовтень дозволив літнім і весняним місяцям трохи у нього погостити і попрацювати. І ми насолоджувались по-справжньому теплими і сонячними днинами, без отієї набридливої спеки, і раділи майже літнім теплим дощам, яких марно чекали місяцями. А після літніх дощів жовтня піднялась молода смарагдова травичка. Листя на деревах, що почало жовтіти і глянути, знову зазеленіло. Повітря стало чистим і прозорим. Я дивилась на сонячні промені, що виблискували крізь віти дерев, і весело грались перлами роси на траві, і бачила травню. Так, саме такого травня нам не вистачило навесні. Не було грози на початку травня, так ось вам гроза, і майже тропічна злива у жовтні. Тихі теплі вечори, і росянисті світанки, ясні і спокійні дні. Все це давалось так щедро і невимушено, що навіть відбило звичну охоту жалітись на погоду і дозволило просто радіти і насолоджуватися. Так, ну і для разнообразия на русском языке. Знаєте, це немножко експериментальна така штука. Я зробила альбом фотографій за місяць сентября, а потім подписала название, и когда я прочитала все названия подряд, получился такой, типа, очень-очень белый снег. Черное, белое и цветное, бантики, гольфики, шарики и цветы. Так начинается осень, так к нам приходит сентябрь. Астры и виноград от августа к сентябрю. Сентябрьские утра золотые. Иногда в сентябре утренний свет, как розовое золото. Иногда рассветы полыхают и пламенеют. А иногда сама нежность. Небо становится выше и синее. Вода в реке становится хрустальнее. И спелых яблок аромат главенствует над всем. Жажда странствий становится неодолимой. Дороги зовут. Какой это будет город, неважно. А может и вовсе не город.
А вот Киев в сентябре, он гостеприимен. В нем хочется бродить и смотреть дома, наступать на первые желтые листочки. А еще в сентябре так вкусно пить кофе в уютном уголке. Иногда утро бывает туманным. Сентябрьские дожди еще похожи на летние ливни, но быстро уступают место ясному небу и солнцу. Улетают ласточки, а мы остаемся и будем ждать. Им от этого будет спокойнее, да, когда? Лебеди никогда, никогда не спешат. Да. Вот нам вот нас круги наручить. Если ловишь рыбу сентябрьским вечером, будь осторожен. И поймай его в глаз. Сентябрь рисует вечер акварели. Солнце медлит уходить, ведь впереди столько длинных темных ночей. Вечер рассказывает сказки. Например, об орешках для солнышка. Сентябрь — это тишина. Здравствуйте, Виталий Любищев. Когда-то давно писал стихи и вот недавно тоже начал. И хотел показать вам, какое было раньше. Мысли мои подростковые. А я люблю тебя так сильно, безвозмездно. Хожу в душе, любя, хоть это бесполезно. Не будешь ты со мной никогда, хоть как бы не хотел я. Помни, буду любить всегда всю, от души до тела. Буду любить твои глаза, такие ясные, смешные. И не забуду никогда, как рядышком шли мы. Сначала была детская любовь, теперь лишь жалкое страдание. Хочу тебя увидеть вновь. Мое это последнее желание. И вот из нового просто что нашел. Вирш называется «Мыть» и просвячен Евгений. Ну, «Подием, який нас зараз уточують». Гроза йде, та грім примить. Солдат дитиночку веде, зупинились все умить. Та у думках того дитя, там друзі, сніг, великий сад. Попереду все життя, але всіх з них той сильний град. А у думках солдата, сестричка, братик, мати, яких він так завзяти у всіх ринах рятувати. Поряд дівчина молода у білому халаті, поранених та догляда в розбомбленій палаті. А в полі перед містом іде запеклий бій. Бійці стоять там міцно, та не ламають стрій. І до загарбників іде біда, їх гонять там накрапом. Від козаків біжить орда, тримають український прапор. Последний день сентября российского. Догорает последний сентябрьский денек. Хмурясь темные брови сдвигает, то поддаст холодеющих струй ветерок, то вдруг летним теплом обнимает. Слева тучи грядой, как клубящийся рой пчел, покинувших улей и матку, улетающих прочь в синестылую ночь. Золотом бросивших летние взятки. Справа море прибой, то поднимет стеной, то пучину по волну низвергает, то во прах раздробив бирюзовую пыль, на гранитные скалы швыряет. Догорает денек, и сентябрь баламут пурпуровые ризы снимает.
За обшлагом укрыв до поры изумруд, полог серый набросил на стынущий пруд, праведный бал октябрю уступает. Не сій, коли ти сієш вихор, не збережеш врожаю тиші, шаленство й жорстокість руйнують ниці душі, вагканалії насильств, нещадних братовбивств і зради, абсурд буття людського, і не знайти розради ані в причинах слушних подій минулих, ні в апологетах реальності тяжкої, і скільки б не гортав пергаменту свої, чи древні манускрипти, в них не знайти, як вийти з лабіринту. Хоч вихід є, він поруч, лиш торкнися, розвій оману тьми, безмежність світу серцем осягни. І зустріч ним людям радісно всміхнися. Ну, ще один коротесенький. Химерний світ людей, несталий і зрадливий, невіглаством позначений тяжким, усюди культивуючий не дух, а силу. Куди ти котишся? Звітуєш? Перед ким? І жахно жити в світі перевертні, де мати, дитинча кидає залюбки, і де безжалісно родинні поєднання глитає прірва чорної ріки. Не плач, дитинко, бо ж нема за ким. Шукай самотньо нитку Аріадни, що виведе тебе до тих світів, де владарює багряниста радість, де стрінеш долю і своїх братів. До сонця йди, до мудрості. Добрый вечер. Почему эта осень плаксивая, задавал я вопрос сам себе. А быть может, она несчастливая, есть прорехи не в легкой судьбе. Я ей задал вопрос, когда лил снова дождь, ну и что же услышал в ответ? В тупике рядом сплошь ты меня не поймешь, ты счастлив, нет, человек. В тупике рядом сплошь ты меня не поймешь, ты счастлив, нет, человек. Снова слышал в ответ, мол, тебе не понять, ведь тебе мало лет, у тебя есть семья. Смертен ты человек, а я вечно одна, знаешь, вечен мой век, никому нет. Смертен ты человек, а я вечно одна, знаешь, вечен мой век, никому я нужна. Успокойся, не грусти, красавица, я сказал этой плаксе в ответ. Многим осень ты, милая, нравишься, когда в золото город одет. Когда ветер играет с листвою, мне нужно и другому поверь. И она рассмеялась грозой, что ж буду плакать от счастья теперь. И она рассмеялась грозой, буду плакать от счастья теперь. Буду плакать от счастья теперь. Буду плакать от счастья теперь. Вот почему осень плачет от счастья. Ну тогда дальше. Ну, многие меня знают, уж для молодежи я представлюсь, мы видим впервые, так сказать.
Зовут меня Андрей Рубан. Многие меня знают в городе как большого оригамиста, потому что я занимаюсь оригами. Великого. Я веду клуб, ну и где-то в параллели одно из моих увлечений — это писать стихи. Пишу в основном, вернее как, писал на русском языке, сейчас чуть-чуть тоже перехожу на украинскую мову. Ну, пока вот я немножечко о себе, о чем я пишу, и так, такой вот стих. Приходят с мыслями стихи, сначала робкой, тихой строчкой, и вот пишу, пока штрихи, и рифму строю я цепочкой. О чем пишу? О том, что вижу, что чувствую, кого люблю, и не для славы или престижа, а рифме музу я молю. В стихах не легче изъясняться, поймете ли душу вы мою, над строчкой будете смеяться, скупую ли пустите слезу. Вы не судите слишком строго, пусть не причесаны стихи, у каждого из нас своя дорога, свои молитвы и грехи. Вы просто слово мне оставьте, с него все в мире началось. А что не так, то вы подправьте, чтоб слово вас отозвалось. Еще один момент. Можно? Ну, на украинской мове. Правда, тут больше конец лета у меня написано. Заходить сонце, день минає, і цвіркун вже грати починає свою мелодію сумну, сховавшись десь у бур'яну, і сяють вже потроху зорі на голубому небесному полі, серпневий місяць їх пасе. А вітерець від нас несе те літо, що ось-ось пройде, а от і сонце те руде, сховалось десь уже за обрій. Зникає вечір теплий, добрий, залишилась із нами ніч, а з нею тільки одна річ, ті зорі місяць в висоті, той цвіркун на самоті. Дякую. Ну я люблю, я ему как заглянула в мои стихи, я говорю, бабушка, а что ты пишешь мне про любовь? А как же без нее? Его, да, я говорю, а любовь это все. У ночи запах ежевики и даже цвет, а лето пахнет земляникой, красивый рассвет, любовью пахнут твои губы, пронзает взгляд. Пусть даже вместе мы не будем, не виноваты. Снежинки пахнут новизною, вокруг свежо. Мы познакомились зимою, судьбе назло. Глаза твои сейчас так близко, огнем горят, а небо не бывало низко, и снегопад. Какие заморочки у меня. Так, дальше. Что такое любовь? Для меня любовь — это заболевание нежностью. Я заболела нежностью к тебе, пронзительной, щемящей нежностью. И не хочу противиться судьбе, приму все это с долей неизбежности. А моя нежность тает на губах. В моих она живет прикосновение, витает дымка в чудо-облаках, читается мне... Очки забыла, ну что я такое? Читается меж строк стихотворения. Своей нежностью с тобой делюсь. Возвращается, и что иссякнет, вовсе не боюсь, лишь ей благодаря земля вращается. И ты не свернул со своей дороги, это я за тебя молилась, и тебе помогали боги. Если по жизни не расточился, никому не продал свою душу, это я тебя отмолила, а твой ангел по-доброму слушал. Чтобы смог терпеть боль очень сильную, твое сердце не было заморожено, на себя крутой кипяток вылила, оторвая кусочками кожу свою. И на краю испытания последнего, где у нас не спросит ни возраст, ни чин, пусть губы твои мое имя простому.
а я никогда не расстанусь с твоим. Научи меня жить не как все, а поярче, смелее, чтобы крылья росли, а душа становилась сильней. Мы с тобой бродили по нашей любимой аллее, обсуждая вдвоем дальносное море идей. Одевали судьбу тогда в яркие, зрелые краски, обнимали весь мир, что покорно лежал возле ног. Было просто, легко, словно в детской наивной раскраске, где любимый свой цвет ты всегда развести был готов. Научи меня жить без тебя, в одиночестве горьком, не сломаться, не сбиться, не потеряться в пути. А ты помнишь, как в детстве на стареньких санках до сборки, и взлетая душа ликовала, как хочется жить. Ну, еще один. Значит, буде другий. Друга частина. Ми ще будемо. Тут ще є. Тут є по времени, де ж не получиться. Всю жизнь любив, боготворив, збивав пылинки. А я мечтала любви, как на картинке. Надежный, нежный и зимой всегда был рядом. А я мечта своей жила. Хотя бы взглядом, хотя бы раз, хотя бы на миг не обознаться. И лишь душе своей во всем могла признаться. Ну, тут много еще людей. Так, я наступный. Секретарь, я Андрій Босенко, хто мене не знає, мабуть, в Фейсбуці бачив групу «Магічне плавання», я адміністр цієї групи, так що будемо знову. Я пишу переважно прозу, ну а після поважних віршів я прочитаю вам оповідання. Оповідання називається латиною «Deus ex machina» – «Бог із машини». Ну, якраз погода спадає. Тепло весня. Теплий весняний день у невеличкому провінційному містечку. Ласкаве сонце наполовину сховалося у білих пухнастих хмарах. У гарній, ошатній сукні, квапливо роблячи великі кроки, пішохідною дорожкою, на високих підборах з гарною модельною зачіскою шла молода жінка. Тримаючи за руку, вона вела за собою хлопчика років 5, але його маленькі ноги не витримували швидкого темпу, і він хронічно відставав. Сонце востаннє яскраво посміхнулося і раптом зникло за темними хмарами, що казна звідки взялися. Веселий день на очах перетворився на похмурі сутінки, з неба почали падати рідкісні, але й великі краплі дощу. Великі кроки жінки стали гігантськими. Маленькі ноги дитини майже бігли. Розкотисто і розлогисто гукнуло. І після того, як зник останній звук грому, рідкісні краплі перетворилися на стіну дощу. За кілька довгих миттєвості на дорозі утворилися великі калюші, які були вкриті бульбашками, що лопаються. Шум падаючої води заглушив усі міські звуки. Рятуючись, падаючи з неба краплі, жінка підбігла до стоячого біля пішохідної дорожки великого дерева. Вона впритул підійшла до стовбура, дістала мобільний телефон і почала дзвонити, швидко торкаючись екрану смартфона довгими пальцями з витонченим манікюром. Обхопивши маму двома руками, хлопчик притулився до її нові і опустив голову. Злива розлякала всіх перехожих, а рідкі автомобілі на дорозі піднімали цілий фонтан брязок. Біля вікна своєї квартири на першому поверсі стояв чоловік із задоволенням розглядаючи вулицю, що швидко змінювалась. Йому подобалась така погода. Рожовий шум дощу, калюжі, які швидко застали просто на очах, велике дерево, що знаходилось від будинку за 3 метри, ніби грало від небесних струменів зеленими клавішами листами. Іделічний настрій змінив раптово появи жінки з дитиною. Він почав розглядати нових персонажів картини життя. Такий дощ легко може зіпсувати гарну сукню та зачіску. Хлопчик теж легко одягнений, якщо намокне, то може застудитись. Весна і літо. Жінка шукала порятунку у дерева, а дитина у матері.
Чоловік дивився і думав, напевно, дзвонить попередити, що спізнюється. Або чоловіковий, щоб під'їхав, забрав, або в таксі. У таку погоду на авто швидко не дістатись, а таксі, звичайно, всі зайняті. Щось вмикнулося до душі, він підійшов до шафи і зняв зачеплену вигнутою ручкою за антресоль велику чорну парасольку макінтош. Відчинивши вікно і відсунувши у бік сітку від комах, чоловік крикнув: «Гей, що ви там стоїте з дитиною? Візьміть парасольку!» Відірвавшись від телефону, жінка повернула голову і побачила, як з відкритого вікна на першому поверсі висунулася рука з великою парасолькою. Невеликий рух, парасолька розкрилася з характерним тряснням. Протягнута у вікно рука тримала чорну парасольку і, очевидно, була готова її віддати. Переступивши на великий паркан, жінка підійшла до вікна. Рука відпустила парасольку, чорний купол спланував і за мить вигнута ручку тримала вже чорноча рука. «Скажіть ваш номер телефону, я скину дзвінок». Чоловік назвав цифри, телефон його в кімнаті заграв мелодію і одразу змовк. «Ви просто не уявляєте, як мені допомогли. Я обов'язково верну». З тими словами жінка з великою парасолькою повернулася до сина, взяла за руку і швидкою впевненою ходою на високих підборах попрямувала по калюжах. Поряд майже бігла дитина. В античному грецькому театрі існував спеціальний механізм – кран для підняття ваги. Якщо за сценарієм персонаж потрапляв у важку чи безвихідну ситуацію, за допомогою крана з висоти опускали актора у ролі вищої істоти. Божество допомагало чи рятувало. За краном закріпилася хривата назва «Deus ex machina» – «Бог із машини». Хто ж насправді керує цим краном? Людина чи найвища сутність через людину? Бог же без нього. Фотографувати, я спрацювала рекламу. Тому що зробили вид, тебе для балансу. Є ще трохи часу. Так. І для балансу я вам розповім свій вірш російською мовою. Ну, тема кохання. Вірш називається «Моя любов жива». Весна. Весна, на Волтане цветов прекрасно, а юность беспредельная и всегда права. Все радостное пребывает ежечасно, с грозой вешней моя любовь жива. Свежа трава, на гнездах птицы, небо ясно, под летом шелести зеленые листва, семья, работа, отдых времени согласна, порою летнюю моя любовь жива. Когда-то важное становится напрасным. Увядший лист на ветке держится едва. От холода сидеют кроны желтых, красных. Дождливой осенью моя любовь жила. Сияние моих зеленых глаз угасло. И дело угодило смерти жирного. Короткий путь мой пройден вовсе не опасно. Зимой льдистой моя любовь жила. Когда конец времен свершится громогласно, и вступит высший судья в свои права, благодаря, прошу, чему же бесстрастно, я благодарен, что моя любовь жива. Спасибо. По наступной. Можем обсудить, если хотите. Да, потому что кто-то что-то хочет сказать. Но это еще не привычечка какой-то. Но хочется чуть-чуть. Сейчас я спою, потом будете обсуждать. Я поснять. Іноді пишу гумористичну пісню, воно потрібно по життю для того, щоб не сидіти, що жилося. Ми знаходимося у цьому спортивному комплексі «Бог». У мене є така пісня, називається «Тато, мама, я спортивна сім'я». Вчителька по фізрі нам казала, що до спорту треба мати хист,
Щоб того здоров'я більше стало, ти, Петренко, спортом подружись. А на що мені з один дружити, на якісь там сексі чвалати? Предки можуть осьому навчити, тільки треба дуже попрохати. Наша мама, та багато борець, в кухні, в ванні, довго все стрибає. Все гаса кругом, як марафониць, як штанги, сумки, всі піднімає. На ковалці десь вона працює, каже, що робота нелегка. Так і ще старого ж тренірує, батько каже, що рука тяжка. Батько займався літерболом, тільки кажуть, то давно було. Зараз він хворіє все футболом, гроші витрачав на спорт лото. Пікулізе як боксер завзято, як якесь чіпляється мурло. Як шахіст все, звиняюсь, покриває матом, чемпіон в дворі по доміно. Я тепер на чомусь гасаю і працюю чітко, як реле. По сусідам вікна розбиваю, бів як марадон, оче пеле. Так я мрію футболістом стати і ногами гроші заробляти. О, може стоять на вікнах грати і талант нема де розвивати. Такома моя спортивна сім'я, і в мені шкрібуться предків гени. Татко, мама, я спортивна нас сім'я, ми давно Либоню всі спортсмени, ми давно Либоню всі спортсмени, ми давно Либоню всі спортсмени. Дякую. Насолоджуємося творчістю і спостерігаємо. Віталію, а ти ще маєш бажання? Ні, дякую. Будеш слухати? Я буду. Кстати, от, я добавлю, поки ви смотрите, тут якраз була розочка. Ні. Трояночка. Ну, у мене просто є віршик, і от іноді не знаєш, де. Я так вот встану туда, и там, где здесь, иногда не знаешь, где тебя застанет вот этот хмель. Вот одним из таких сюжетов, да, на хмельке, у меня было, я увидел фотографию Наташи Тарасовой в Фейсбуке, мы следим, руку на пульсе держим, так что вы от нас никуда не бежите. Вот. И вот у меня созрел такой коротенький стишочек на русском языке. Я видел, как у белой розы шмель лепесточки открывал, мохнатой лапкой, словно слезы, росу так нежно вытирал. Она нектар ему дарила, и тоже нежною была. Казалось, там любовь царила, и в них двоих она жила. А еще вот как бы... Вы все слышали Юрину песню «Разговор с осенью». Я ее, эту песню знаю давно. Вот я ее слышал. И как-то вот, проведя свои занятия в клубе, осенним вечером, я вышел, а тут дождь идет. Я иду, и так вот получается, что я тоже начал с этим дождем разговаривать. И поймал себя на мысли, что елки-моталки, и Юра разговаривает глобально с осенью, а я разговариваю с дождем. Вот. И вот у меня получились вот такие строки. Писал я ее тоже как песню, но, к сожалению, все никак на аккорды я ее не переложу. Ну, шума ему да мать. Я помогу. Да я все у тебя прошу, мы все заняты, никак не... Мы теперь уже будем чаще встречаться. Я сегодня разговаривал с дождем. Так, болтали, просто ни о чем, как обычно. Ну, привет, пока. И, конечно, как твои дела? Говорил мне дождь о своей природе. Говорил о тучах, в общем, о погоде.
Где и с кем он был, и кого... Где и с кем он был, и кого облил, а кого-то только так чуть-чуть смочил. Я же ему про солнце, я ему про снег, даже про зарплату унес какой-то бред. Ну, не внимал мне дождик, только воду лил, тучами своими да домой крутил. Про любовь земную слушать он не стал, молнии с грозою на меня кричал. Все ему не это, все ему не так, столько луж наделал этот вот чудак. Он умчался вдаль в середине дня, видимо, не понял этот дождь меня. Что такое дождик? Капля не вода, я бы тоже не мог, не было зонта. Я вот так вот и подобрал, Андрей. Ну, что у нас будет, дети? Понял. Дякуємо вам. Якщо є бажання, можна не виходити. Можна... Ні, я думаю, хлопчики послухають. Вони туди, треба допомогти. Ну, всі тут знають, що трьома мовами. Піду далі, щоб Юру бачити, а то якось трохи. Я журавель італійської ще пишу. Так, ну всі знають, що я пишу трьома мовами. То я хочу почати з італійської, але потім її перекла. Не п'ячі. Оскільки я хотіла сказати, щоб мій хлопчики почули. Оце зараз, що були вибори в Італії, і прийшла до влади партія правих, як вони кажуть. Це прийшла партія фашистів, щоб ви всі знали, що це партія фашистів. Де Берлусконі, де Джорджа Мелоні і так далі. Тобто, за скільки років оце вони знову повернулися. Бо вони праві-праві, праві-радикали і таке інше, все маскують, щоб ви знали. І кажіть інше. Мі п'яче. Мі п'яче зі старе траладженте, ма тачере. Мі п'яче гвардаре, аскультаре, осерваре. Мі п'яче ті диспендере і мі конфіні. І анке ті актуаре ідеї, але там не дуже тінь падає. Не п'яче рімпіре ланіма ді балда, не п'яче конла парола чендере і горі, не п'яче ді портаре пер гуманіта, ла луче, ла море. Не нравиться. Українською чогось я ще не перевиклала. Не нравиться бути серед людей, но мне нравится слушать, смотреть, наблюдать. Мне нравится грани свои расширять, а также идеи в дела притворять. Мне нравится душу добром заполнять. Мне нравится словом сердца зажигать, свивая гирлянды из пламенных слов, нести человечеству свет и любовь. Тому що подобається. Мати Україна, матіночка сива, Україна мила, у віках плекала родоводу силу. Вороги на неї хижо нападали, плем'я волелюбне мучили, вбивали, грабували збіжжя, житла руйнували, відчаєм і горем душі заповняли. Душі мордували, окей. Та з колін щоразу піднімалась мати, і діточкам веліла зводити знов хати. І з оралом в поле йшла синами мати, і повчала діток ворогів прощати. Мерехтіли сяйво взор роси і зірниці, наливала щедро золотом пшениця, полум'я калини знову серце гріло, і дзвеніла всюди пісня України. Віру ненька гріє, морок врешті згине, і повік в родині буде квітувати посмішка дитини.
Дякую. Оповідання є. Называется, но на последних вратах будет начертано «Можно». Живет на белом свете экстравагантный предприниматель и неординарный инженер Илон Маск. Он создает компании, создающие успешные автомобили на батарейках и самовозвращающиеся космические корабли с центром управления. Он мечтает опутать землю подземными вакуумными транспортными трубопроводами и колонизировать Марс. А в феврале 2021 года он неожиданно заявил, что криптовалюта Dogecoin является народной криптовалютой и намекнул, что она сможет стать цифровой валютой всего мира. Шутка возымела действие на рынок. Стоимость Dogecoin подскочила более чем на 600%. Услышав эту новость, я вспомнил, что в начале 2017 года разобрался в новой для себя технологии, завел несколько электронных кошельков и на пробу наполнил их небольшим количеством криптовалют. В том числе они кошельком Dogecoin я тоже обзавелся и бросил туда криптовалюту на несколько долларов. Все операции делал себе на ноутбуке, сохраняя логин и пароли прямо в программе, так как не относился к этим кошелькам серьезно. И через день благополучно забыл об их существовании. Вся шумиха с криптовалютой показалась незабавной игрой. Практическая ценность криптовалют представлялась мне очень сомнительной. В конце лета прошлого года, после очередного обновления, моя звуковая плата на компьютере стала работать с перебоем. Я пропускал на неделю, но не важно. Мне надоело в очередной раз копаться в недрах этой системы. Я сохранил важные данные, форматировал диск, установил на ноутбук новую систему. После заявления Маска вспомнил, а у меня вроде был кошелек Dogecoin. И полез искать сохраненные в ноутбуке пароли. Нашел упоминание в программе, посмотрел сохраненную страницу и таким образом узнал адрес. Выписку остаток любого кошелька может посмотреть любой человек, не имеющий отношения к данному кошельку. Такова технология блокчейна. Оказалось, что на моем забытом кошельке с нескольких долларов уже 80 долларов. Это уже интересная сумма. Но вот незадача. Сохраненных данных не оказалось ни логина, ни пароля, ни даже адреса сайта нужного кошелька. Стал вспоминать, как выглядел сайт в 2017 году. Перебрал множество сайтов. Припомнил, что там должна быть выглядывающая собака Сиба Ину. Полностью похожим не попадался. Через несколько дней повторил поиск. Вроде бы нашел нужный сайт, но без собаки. Предположил, что за несколько лет собаку могли убрать. Стал искать, как остановить грузы к счету. Здесь меня ожидало разочарование. На сайте из принципиальных соображений от 100 пунктов восстановления доступа через бас пароля. Через несколько дней я напрягал память, рассчитывая, что нужная информация отправилась сама в памяти, но за неделю ничего не вспомнилось. Я уперся в тупик. Через неделю на большом ком компьютере один из жестких дисков сдал сбой, с него стали данные недоступны, поломка была неприятной, пришлось установить множество программ для восстановления файлов, одну из которых удалось восстановить все данные. Копаясь восстановлением, я иногда подумал, а не попробовать ли мне оживить то же самое на ноутбуке, дабы спасти логин и пароль. С момента форматирования диска ноутбука прошло более полугода. Я активно пользовался системой. Шансы на восстановление были мизерные, но все же стал пробовать. Мне нужно было прочитать затертую фразу, это я пропущу. Перепробовал кучу программ восстановления, какие-то ничего не находили, другие не хотели ничего
восстанавливать или предлагали заниматься анализом несколько суток. Спать несколько ночей при работающем компьютере не хотелось, без одной силы тусакии. Через несколько дней на одном из форумов я посчитал обсуждение, где нахваливали еще одну определенную программу по спасению файлов. Версия, необходимая версия тоже была. Так, это пропущу. Не совсем понятно. К моему удивлению, за час хвостика эта программа нашла нужный раздел. Все удобные файлы были доступны. Большим удовольствием я восстановил весь домашний каталог, стал копаться в профиле программы для работы с интернетом. А в проблеме никаких сохраненных данных не было. Вспомнил, что еще пользуюсь другим браузером. После долгих... Оказалось, что программа генерирует электронный ключ, привязанный к операционной системе и аппаратной начинке компьютера. Если я переставил систему, порой не расшифровывается. Это сделано специально для того, чтобы, если кто-то украдет файл, на другом компьютере посчитать не сможет. Я уперся в тупик. У меня была небольшая надежда, мне нужно было просто вспомнить нужный пароль. Как нарочно, сайт кошелька не имел ограничений в количестве неверных попыток ввода пароля. Я проверил это, создав еще один кошелек и проэкспериментировал с ним. Какой мне мог прийти в голову пароль от сайта с нарисованной собакой? Стал пробовать все варианты пароля с собачьими повязками. Подобно герою рассказа Чехова «Лошадиная фамилия», я снова и снова набирал новый вариант пароля, стучал ли клавиши, сайт не поддавался. С каждым неудачным вводом фантазия подкидывалась все более изысканные, но более далекие от реальности варианты. Вольно стучавшись с клавиатуры, я пришел к логичному умному заключению. Я не знаю продуманный 4 года назад в шутливом расположении духа пароль. Перспектива вспомнить искомое слово была окутана плотным туманным забвением. Очередная закрытая дверь, в которую бесполезно стучать. Прошла еще неделя. Посмотрев ради интереса, насколько изменился курс доккоин к доллару реальному, ты увидишь, что на моем кошельке уже более 100 долларов. Собака породы Сиба Ину вместе с Илоном Маском продолжали весело улыбаться. В такой ситуации осталось показать вместе с ними. Зная о неразрешимости задачи по расшифровке пароля, я стал искать в интернете товарищей по несчастью. Оказалось, что многие теряли свои пароли с убытками колоссальных масштабов. Некий программист 10 лет назад сохранил на внешнем жестком диске биткоины на небольшую тогда сумму, но пароль потерял. Сейчас его биткоины стоят 240 миллионов долларов. Как утверждает одна аналитическая компания, сегодня в кошельках, в которых нет доступа, лежит около 140 миллиардов долларов в биткоинах. Конечно, мои 100 с хвостиком долларов, 8 не миллиона, но тоже ничего. Я продолжал искать информацию на тему особенностей хранения пароля в программе для работы с интернетом. Наткнулся на очень грамотную статью. Некий специалист утверждал, что в некоторых случаях программа молча сохраняет пароль в открытом виде. Я полез рассматривать этот файл. Все сохраненные логины, пароли, вот сайты, вот вместо пароля куча нечитаемых символов. Я стал листать файл в сыром виде, рассматривая все хвостики за ключи. Сайты и логины повторялись в разных местах, видимо, как удаленные буквы. Ближе к концу файла снова упоминал сайт Dogecoin, а рядом столкнулась кучка нечитаемых символов из диапазона от A до Z, ну, латиница. Я смотрел на длинное бессмысленное сочетание из латинских букв, и вдруг мой мозг встрепенулся. Так бывает, когда внутренним чутьем уже что-то понял, но сознательно еще не понял. Скосив глаза на клавиатуру, я посмотрел, какие буквы будут соответствовать этим литерам, если я наберу их, эти символы кириллицы. Я решила разбавить это такими очень коротенькими. Дякую. У меня получается, вот у нас прям пошла такая история подписывать фотографии своих коллег. И иногда рождаются такие, ну, немножко рифмованные подписи. Ну, не знаю, может, они и сами по себе имеют право на существование. Вот. Так что... Спасибо. Наш завтрашний день, он размыт и туманен. Нам не узнать, что там ждет впереди. Но если ты роза, фиалкой не станешь, лишь больше раскроешь свои лепестки.
а роза упала на лапу Азора, роняя душистые капли росы. Азор явился, Азор отряхнулся, понюхал он розу и дальше пошел. Вот такая была подпись. Море волнуется раз, бьется о бетонную стену, дарит свободу для нас на пике бетонного плена. Море волнуется два, двое над морем застыли. Что ж так кружится, что ж так кружится голова? Стояли они, оказалось, вниз. И еще маленькое такое. Тамарочка, я же. Спасибо. Грубая морщинистость сухая, мощная, казалось, неживая. Где не ждали ни цветов, ни почек, нежно зеленеет маленький листочек. Мощность порождает нежность. Нежность опирается на прочность. Прочность лишь подчеркивает хрупкость. Хрупкость жизни вечна, бесконечна. У мене багато віршів про війну, а чесно кажучи, сьогодні не хотіла презентувати. Це болюча тема, але наразі це реально. Так, наше сьогодення. Є в мене вірш на тему «Якби не порив війни». Якби не порив війни, мирно всміхалося сонце. Дині медові, так вони везли б до нас херсонці. Якби не жахіття війни, мирним було б небо. У матіолах цвіни, самці цвіркуни грали б надвечір щонебудь. Якби не кривавість війни, сльози лилися б від щастя. Коси не мали б ознак сивини, старість приходила б вчасно. Якби не прокляття війни, і не тягнувся лютий, не дотнули України сини, шли б собі в світле майбутнє. Знала на пам'ять, але буду. Війна розводить наші душі, думок, мости. Ти пам'ятай про мене, друже, пиши листи. Украй важливо знати, як ти, де саме ти. Свій біль замовчувати не варто, пиши листи. Коли повітряна тривога зриває дах, і як звертаюся до Бога, у молитвах твоє ім'я лунає завжди в моліннях тих. Не забувай мене, мій справжній. Пиши листи. Також є в мене такий вірш, написала, аби збувся. Хочу, щоб так було, я вірю. Місто за містом, село за селом визволять наші герої. Ворог підставить під кулю чоло, кине, втікаючи зброю, прапор державний сягне небокраю, жовто-блакит заяріє. Всупереч всьому, я вірю, я знаю, стане реальністю мрія. Матимем спокій і мир, і достаток, вбивці зазнають розгрому. Правда на боці українських солдатів, орків спровадять додому. Рідні, тримаємося, ось же помалу промінь звитяги рясніє. Дух наш завзятий, навіть не зламати. Край одержимі Росії. Так, є мені стихотворення на русском языке в Харькове, оно було дуже популярно. Вот интересно, как здесь. Оно грустное. Для меня любовь — это не нежность и радость. Это прежде всего грусть. Вот. Несчастная. Не вся, конечно, но. Бокал в серванте приуныл, на ножке держится едва ли. Внутри лишь пустота и пыль. В него давно не наливали. Ему б наполнится икристым не до краев, а на две трети. Ему б от радости искриться и красоваться на банкете. У моря синего ему быть в чьей-то ласковой руке и знать прикосновение губ и неразбитым быть никем. Пожалуй, главное, ему бы свой угол, лишь бокалы рядом, не в разнобой.
комплект сугубо без пыли, без потерь, без яда. Так, у меня тоже есть и про войну, и уже на державной мове есть про войну, но я вот как-то шла вот тогда, все поправилось. Чому с тобою ми не стрілися раніше, коли була невтомлена душею? Тоді ти написала свій найкращий вірш, назвала іменем твоїм Гілею Замахнулина. Я прихилила тобі небо до землі, заколисала лагідно піснями, я б так кохала, як ніхто в житті не міг. До ніг схиляла шовковисті трави, подарувала б найсильніших два крила, навчила б на них увесь літати, з тобою поруч я б веселкою цвіла, спроможну весь всесвіт зустрічати. Мого кохання білий човен пливе крізь років далечі, де місяць помаранчу повен, володар досвіду там лі, де нам шепочуть різнотрави, медовим пахнуть поїздки, там, де буваєш завжди правий, де не зростають колючки, тут не знайшла другого сорта, де душі наші повні світла, готові друзів обійняти, дивися, ще одна розквітла, щоб гідно з нами розмовляти. Все живе щастя, много и немножко, и чтоб лучик солнца заглянул в окошко, разбудил, погладил и принес приветик от родного, самого близкого на свете. Раздавали счастье всем, кто в нем нуждался. Даже кто отчаялся, наконец дождался. Оно очень хрупкое и ранимо тоже, и сберечь желанное только сердце может. Я своим делилась, мне совсем не жалко. Почему же сердцу становилось жарко? Видно, и со мною все делились тоже, и чтоб не иссякло, помогал нам Боже. Ты упустил меня в душу погреться, одного только лишь не учел. Не найти мне уютнее места, да чего же с тобой хорошо. А любовь, что дремала доселе, залетела случайно во след, не преследуй дальние цели, мотыльком на тепло и на свет. Наши души созвучны друг другу, одинокой любви вопреки. Я теперь и жена, и подруга, мы с тобою навеки близки. Ну тут типа про войну. Разуй глаза и разум возврати всем тем, кто разжигает злые войны. Их лучшая бездоль, осироти, ни матерей, ни желчи слезы тёги. Господь, тех за деяния суди, кто судьбами людей шутя играет. Застал поклясться на своей крови шакалов, собирающихся в стаи. История не сможет их простить. И ты, Господь, таких прощать не вправе. Никто ж не в силах мертвых воскресить. Отметь это в твоем святом уставе. Все попали, прощаю сюда. Я вновь себе придумываю мир, в котором нет ни боли, ни страха, где проживает добрый друг кумир, и землю пропитал цветочный запах, где нет войны и живые дети все, где правят мудрые, достойные мужчины, росы в кустах сияют на заре, а на лице не появляются морщины, где снова справедливость во главе, а слабый, бедный, сильным не унижен, как много дельных мыслей в голове, и будто наяву все это вижу. И в заключение, остареть мне совсем не хочется. Зеркалам я капризно не верю, не смеюсь никогда с одиночеством, несмотря на печали и потери. Нет еще по веревке над бездной. Покорить бы вершину крутую и успеть сделать море подземного, чтоб хватило на жизнь, на вторую. Наталя Тарасова, Юрій, ви
ще спроможні співати. А ми будемо перейти до цієї людини в цей час. Можна співати? Можна. Знаєте, роки летять, да, і я вже бачу, що воно вже всі дати в бородах, а тата і все остальне, як це значить, здоров'я прихватає. Ну так положено по природі, Бог дав время чоловіку. Половина життя – це труди, а половина життя – це хвороби. Ну, мені якось в автобусі, я щось там питався общатися з молодежою, і я назвав одну дівчинку, ну ти молода, а вона мені вслід сказала, а ти старий. От, ну, я поняв. Устами, так, да, устами надію, це глаголя пістина. Я прийшов додому, взяв гітару, посумував, коротше. От, ну, вже ж годи, понятно, що вже не 16 вже. Якщо мене вже старі назвали, то я взяв гітару от, і думаю, треба щось написати для пенсіонерів, щось таке, збадряюче, щоб то саме. І вийшла така пісня. Мені кажуть, старе лубя, досі тут каптить, як підеш на пенсію, там будеш гарно жити. Чого ти тут чугикаєш, дивись мій серіал, кахикаєш, бухикаєш, життя ти прочухрав. А я кажу, так воно є. Але старий коняка ліді зіпсує, так воно є. Але старенька ж хабарі ліді зіпсує, старий день повірю, старий день повірю, старий день повірю, о-є-є-є. Все працював я з молоду, людей таки ж люблю. На комбінаті вкалував, якийсь метал варив, все в фортілі вкалував, своє ж таки пожив. Так воно є. Але старий коняка рілі не зіпсує. Так воно є. Але старенька шкапа рівні не зіпсує. Старий день провірю, старий день провірю, старий день провірю, є. Я тріскав хліб по 20, я робом СРСР. Мороженою платила, я був мільйонер. Я Брежнєва пам'ятаю, був Ленін для мене живий. Соціалізм пригадаю, чи був він насправді крутий. Так воно є. Але старенька шкама рівні не зіпсує. Так воно є. Але старий коняк рілі не зіпсує. Старий мені провір, старий мені провір. Ходячая історія, дав Бог таке життя. Корисня калорія ж і маю почуття. Ні, хили, досвід маю, мистецтві свій завжди малюю та співаю, давненько ще туди, так воно є. Але старий коняка рілі не зіпсує, так воно є. Але старенька шкапа рілі не зіпсує, старий мені провірю. Старый мерин проверен, старый мерин проверен.
благодать, из неможденности печать, с души стирается истомой. В благоухании матеольном тону, блаженственно тону. Мне превосходно в их плену, завистных взглядов желтизну, ловлю я на себе невольно. Над головой моей сумбурно летучих мыслей взвод парит. Игнором выиграв пари, до первой утренней зари отправила их в небо урну. Луна и я, совсем раздетые, под шалью звезды немоты, и спив на брюдышав цветы, мгновенно перешли на ты. Теперь на пар ждем рассвета. Потом пообщаемся. Компьютер? Да. А у меня своя специфика. Какая? Кухонно-кулинарная. Хозяйственная, я бы сказала, да? Так. Якось мій чоловік дав мені пораду, зваживши на мої постійні бідкання, що мені не вистачає часу на всі мої справи. Заплануй, каже, 2-3 справи на день і зроби їх. Тоді можеш спокійно відпочивати без всякого почуття проблеми. Гарна порада. Тож сьогодні вирішила нею скористуватися. Запланувала доварити варення і засолити 2 баночки огірків. Добре, що обід в мене є. Пиріг з м'ясом. Вчора спитала. Тож лише 2 справи і більше ніяких треба було. Ой, треба, щоб обов'язково полити огірки в теплиці, бо засохнуть. Та то не складно, не довго, я зроблю. Плани готові, приступаю до виконання. І дзвонить телефон. Це батько просить купити йому одне, друге, третє і привезти. Ну, то таке, невідкладне, нікуди не дінешся, треба їхати. Тоді за одне вже завезу знайомих кабачків, то вже почалися, а сьогодні в мене в планах кабачків немає. З'їздила, купила, відвезла, віддала, побалакала з батьком, побалакала там, варю варення, мою банки. Грій духовку для банок. Так, щоб не пропадала дарма гаряча духовка, можна запекти капусту по модному рецепту з інтернету, якраз попався. Біжу за капустиною на город, що репнула від дощів, чи що ріжу солю. А в голові крутяться думки. Пиріг на обід це добре, але б не завадило зварити картопельки. Бо треба доїсти торішні солоні огірки, не викидати шкоди. Банки готові, варення кипить, капусту в пічку, картоплю на плиту. Варення розлила, закрила. Забула сказати, ринула не одна головка капусти, а 3. А 2 тепер треба покласти до холодильника, там немає вільного місця. Тому достаю миску з назбираними 2 дні тому черешні. Прийдеться щось з ними зробити. Може компот закрити? Ніколи його не робила, до речі. От саме час навчити. Дістаю старовинну книжку про консервування і гайда. Обід приготувався, пообідали, тепер посуд помити. Оскільки миття посуду ділом не вважається, то в план мій не додається. Ой, сьогодні ж понеділок, в мене англійська. Ввечері займаюся, треба домашку зробити. Таке планування – це моє слабке місце. Але йдемо далі. Експеримент зроби 2 діла і відпочивай 3 дні. Беру книжки по англійському, словник, олівець, починаю читати, чую вибух. Потім другий. Вивчення закінчується. Біжим на балкон, дивимось на дим, шукаємо винахідку. Пишем і відповідаємо на дзвінки. Ми вдома, з нами все гаразд. А взагалі то зовсім не гаразд. Нам не сила повірити. Нам сторону. Почуваючи себе залізною, заводною ляшкою, яка рухається, бо пружина заведена. Іду варити компот ще. Продовжуючи читання новин, переписку з друзями. Закрила в баночки компот і сіла за домашку по-англійську. Зробила. І навіть залишився час, щоб полити огірки. Коли я з цим теж впоралась, то виявилося, що англійською не буде. Бо нам не сила.
вам стоп. Собі дня гірків я теж на сьогодні відмінила, бо їх треба було заздалегідь замочити в воді, а я забула. Отаке запланувала два діла, зробила лише одне, але почуття провини у мене нема. А біль є. Я можу прочитати. Трохи старенькі, але думаю, не баланс. Насумував. Це те, що у мене сміється. Так, значить, повітання секретаря, господин. Рассказ называется «Весь мир играет в театр». В большом продуктовом магазине стоит очередь к кассе. После работы за покупкой побежала монолит. Очередь большая, лента с выбранным товаром подвигается к кассе немедленно. От скуки рассматриваю соседей. Позади молодая пара выложила на транспортере яйца, хлеб, аргумированную порезанную колбасу. Впереди средних лет мужчина с типичным набором для питания холостяка. Упаковка полуфабрикатов быстрого приготовления, бутылочка водки емкостью мерзавчик, овощи, хлеб. А перед холостяком стоит статная пожилая дама под 70, спокойное лицо, красивые белые кудри, белая накладная кофта. Дама набрала кнопку явно недешевого качества продуктов, и когда подошла к ее очереди, стала что-то переспрашивать у кассира, уточняя подробности каждого товара. Питающая в узких нервозность, нетерпение, усталость не оказывали на нее никакого впечатления. Такая заминка вызывала явное неудовольствие у холостяка, который за ним стоял. Для возможности оперативного переполнения своей чаши терпения он стал зрительно искать у него поддержку. Что ж такое? Внешне сохраняя спокойствие, я тоже не был рад дополнительному общению, партнер с кассиром. В полном соответствии с выбранным образом белая дама расплатила золотой пластиковой карточкой и стала аккуратно укладывать покупки в белый пластиковый пакет. Вдруг ее взгляд остановился на небольших пластиковых белых баночках переданного молочного продукта, и она произнесла: «Это что же, я взяла йогурт с клубникой, но мне нужен с персиком, поменяйте мне йогурт». Кассир, как многократно выжатый в течение дня лимон, тихим упавшим голосом стал объяснять, то просто поменять товар не получится. Нужно сделать отмену, возврат на карту. Только тогда можно будет купить что-то другое. Призвав на помощь охранника, она стала возиться с возвратом. Такая интермедия вызвала новые волны мускульных напряжений на лице холостяка. За пару секунд его лицо изобразило целую галерею гримас. Казалось, будто театральная маска последовательно управляет создание образа возмущения, раздражения, гнева, досады и презрения. Отдав кассиру на хранение свой пакет с покупками, дама удалилась на необходимыми йогуртами. Внезапно я почувствовал сильно неприятный запах. Через мгновение молодая пара позади меня спешно ретировалась, прихватив свои яйца, хлеб и колбаску. Я обернулся и увидел нового необычного участника очереди. Точнее, очередь позади меня пропала. Остался только новый ее персонаж. Невысокого роста, метр с кепкой, с восточным типом лица, одетый во все черный мужчина, с черными, как смоль, волосами и черной густой бородой. С очень довольным видом мужчина выложил на ленту транспортера двухлитровую пластиковую бутылку пива. Через пару секунд рядом с бутылкой пива женская рука положила три пачки изысканного рожкового мороженого. Черный мужчина был не один, а с подружкой, на голову выше его женщины. Парочка безостенчиво стала ворковать, мужчина улыбался, обнажив ослепительно белые на его фоне зубы. Подушка принялась допытываться: «Повтори, что ты сказал? Там в моих глазах?» «Все бы ничего, пара обычных городских сумасшедших, но сильный острый запах немытого тела стал угрожать моему рассудку. Мне словно починился запах серы и приближение брат Авда. Я подарил желание срочно куда-нибудь уйти, вспомнив про плащ Геракла. Таймира, ревнивая жена известного героя греческого эпоса, послала своему супругу волшебный плащ.
умирающий кентавр Нес пообещал, что если пропитанный его кровью плащ падет на плечи Геракла, это заставит снова силы вспыхнуть любовным чувством героя к своей супруге. На самом деле кровь Несса была отравлена. Облачившись в призванный плащ, Геракл немедленно стал испытывать ужасные муки. И чем сильнее Геракл срывал с себя ненавистный плащ, тем сильнее и сильнее плащ прилипал к телу. Гермес стал нарицательным. Если суждено пройти положенное испытание, не старайся от него избежать, иначе оно вернется и станет мучить тебя с новой силой. Тем временем, когда Кассия стала пробивать товар холостяка, с йогуртами вернулась белая дама. Увидев, что ее очередь прошла, она попыталась втиснуться между холостяком и мной. По лицу холостяка пробежала новая волна эмоций. Последнюю каплю в чаше его терпения добавил я, коварно сказал белой даме, а я вас не пропущу. Вы и так потратили массу чужого времени, становитесь в конец очереди. Холостяком внезапно овладело налетевшим вихрем сладостное чувство мести, настолько сильное, что он только и смог громко сказать единственное слово «Да!». Под давлением аргументов белая дама заняла очередь за черным мужчиной. Моя услужливая память неожиданно извлекла из своих закормов подходящую цитату из Евгения Онегина. Они сошлись. Волна и капля. Стихи и проза, лед и пламень, то ли различные между собой. Ровно 3 секунды смогла вытерпеть испытание черными флюидами белая дама, убежала в очередь другой класс. Наглядная идея восточной философии, в которой черный янь неизбежно соседствует с белым инь, в реальных магазинах очереди не реализовалась. Когда я, заплатив за покупки, выходил из магазина, встреченный возбужденным шагом шел знакомый холостяк. Встретившись взглядом, как старого знакомого, он произнес мне. Прикинь, за нее пачку сигарет забыл купить. На фронтоне театра «Глобус», на котором выступала труппа Уильяма Шекспира, была начертана фраза «Тутус мунтус агис хистрион», то есть весь мир лицедействует, весь мир играет в театр. Действительность предлагает интереснейшие сюжетные линии, и каждый одновременно и зритель, и актер. Театр жизни, где каждый волен выбирать себе роль, прочувствовать сивитое состояние души и тела, получить полезную роль, закончить играть в одной пьесе и приступить к игре в новой, в другой, с новым опытом и навыком. Так будем же играть свои роли виртуозно. Браво! Да? Вже час? Пропоную закінчити пісню. Захід сьогоднішній, так. Завершити. Ну, давайте, трошки ми про дійство вспомнили, да? От є така у мене пісня. Я вже не в дійстві. История немножечко этой песни такая, ну, племянница, она же моя крестница, привезла Дальюру, сюда, значит, будет ее попьет гитары, и будет какие-то песни спевать, что мы не вот. Ну, я думаю, идти до дитини, и, ну, брать и спевать. Пусть бегут дни, уходят, пешеходы, ну, уже, ну, заезды на песни, а уже, ну, больше же ничего же не это самое, не написано. Вот, взрослые как-то не думают про это. Шаинский ушел в вечность, как и детские песни писалось. Ну, думаю, что там нужно поработать, если не так. Сидишь, что так, если со взрослым человеком тяжело писать, про детство там, про определенное что-то. Бывает, особенно творческая людина. Вот, ну, и сидел, думаю, это стул, что вы держите, ну, детство, я про них было. Вот, и вот это сидел, а потом пришло такое наткнение, такое я начал вспоминать, и вот Бог давал мне, ну, не знаю, что я занимаюсь информацией от Господа Бога, от Христа, вот, потому что я музыкант, вот, потому что сколько раз меня спасал, слава Богу, если бы не он, то бы стоял, не играл бы. Вот, так само и маму спасал, и тещу, и жену, всех своих спасал. И это же, Господь, я говорю, ну напомню, что я ж ничего не был. Начинают вот такие какие-то там эти самые вещи, вот, детские, и Господь напоминает. И получается у меня такая песня. Вот, я бумагу, соответственно, аккорды. Держание действия.
День рождения в детстве, счастья через край. Именинника разбудят поцелуи. Скажет мама, папа, дорогой, сама. День рождения, поздравляю тебя, день рождения, день рождения. Это праздники, конфеты и печенья. В этот праздник кубики и маки и другие всевозможные подарки. Родные скажут, выросли на год, и хватит в этот день таких хлопот. И принесут подарок самослав, тот, о котором только лишь мечтал. День рождения, день рождения. В этот праздник и конфеты, и печенья. В этот праздник и кубики, и маки, и другие всевозможные подарки. Подарок принесут, что жалят, да? Машинку на веревочке и кнопку от звонка, коробочке красивого жука. День рождения, день рождения. В этот праздник и конфеты, и печенья. В этот праздник кубики и маки и другие всевозможные подарки. День рождения, день рождения. В этот праздник и конфеты, и печенья. В этот праздник и кубики, и маки и другие всевозможные подарки. День рождения, детстве, счастье через край. Вот сиди и свое день рождения через край. Слава Богу! Общая фотография, пожалуйста, подходим к стене. Да. Кто не боится у Гесемедова любви? Да. Вот ближе чуть-чуть, потому что не было вот этих на стенах.